На телеканале «Первый городской» продолжается трансляция концерта «Одесса за мир». Прямо сейчас, в эти минуты, на Дерибасовской, угол Преображенской, музыкальные коллективы города выступают для всех собравшихся людей, которые просто хотят прийти и поучаствовать в этом неожиданном ярком событии, для того, чтобы выразить свое отношение, выразить свое нежелание войны, нежелание жертв крови и разни, которая бы могла разъединить наш прекрасный город. Мы продолжаем показывать концерт. Приятных вам впечатлений. Клезмер Бэнд! Thank you.
Эдмир Бен, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Мы все за мир. Молодежь Одессы за мир. Школьники Одессы за мир. Творческая интеллигенция за мир. Потому что без этого невозможно представить себе дальнейшую счастливую, яркую жизнь в нашей стране и в нашем городе. Вот видите? Я с огромным удовольствием приглашаю на эту сцену человека, который действительно любим нашим городом и обожает, и не представляет своей жизни без любимой Одессы. Ведущий первой украинской лиги КВН, одессит в седьмом поколении Дмитрий Шпинарев. Спасибо большое. Как, знаете, как это по-одесски бороться за мир в субботу утром, пока никого нет и все спят? По большому счету, все, что я должен сказать, здесь уже написано, а даже часть людей, которые выступали на этой сцене, это уже говорили. Конечно, мы придуманы, город Одесса придуман как безусловно мирный город, который любит отдыхать, любит кушать, любит гулять, любит работать. И поэтому мы очень надеемся и рассчитываем, что так жизнь Одессы и будет продолжаться. Нам сегодня, как никогда, как мне кажется, не хватает чуть-чуть иронии и чуть-чуть юмора, глядя на все то, что происходит. И, может быть, поэтому очень логично сейчас, здесь, на Дерибасовской, в ту самую субботу, пока все спят, чтобы на эту сцену вышли люди, которые сегодня являются законодателями моды в этой самой иронии, самой иронии и в юморе. Это самая одесская команда КВН, которая вот уже второй год путешествует по бескрайним просторам глобуса, выступает в разных городах. И на Западной Украине, на Восточной, в России, в Белоруссии. В общем, сеет мир по миру. Команда КВН «Одесские манцы». Встречайте. Ну что, здрасте, уважаемая публика! Здрасте, здрасте! Вы знаете, сегодня чувствуем себя немного одесскими джентльменами. Во-первых, шнуровые микрофоны, а во-вторых, бородатый человек в команде. Ну ладно, не будем долго тереть небо об язык, и поэтому сразу расскажем пару слов за Одессу. Только одесские компьютеры загружаются с надписью «Вам по делу или вы просто потыкать?» Друзья, в Одессе живут настолько культурные люди, что даже эксгибиционисты говорят. Извините, что я так навязываюсь, но на это действительно стоит посмотреть. Ну и наконец, только одесситы занимаются любовью в шерстяных носках. Потому что оргазм это, конечно, здорово, но и насморк тоже никому не нужен, граждане. Ну что, давайте начинать, потому что ребята раздеты, а я в пальто. Поехали. Команда из южной столицы, своим колоритом гордится. Чтоб вы понимали, сейчас прямо на вас одесская речь будет литься. Опа! Ну что, поехали, товарищи! Начнем! Возле одесского роддома. Анечка, кто? Девочка, 3500. Алена, кого родила? Мальчик, 4 килограмма. Сара, сколько? 21 килограмм. А что так много, а? А ты, скотина, еще через 2 года прийти, он тебе сам скажет. Друзья, только в одесской подделке айфона яблочко на логотипе надкушено чуть-чуть больше обычного. На одесском вокзале. Игорь, спокойно, это мама. Спасибо! Друзья, только у одесских путан есть услуга поговорить за жизнь. А еще в Одессе часто отключают горячую воду. Итак, в одесской ванной.
в одесской ванной. Мало кто знает, но именно так люди моются в одесских ваннах. Поехали дальше, друзья. Пока у нас не работает музыка, хотелось бы представить вам одну из участниц нашей команды, Анечку. Аня, выходите, пожалуйста, сюда. Скажите, пожалуйста, вы подготовили нам сегодня какие-то песни? Да, есть несколько хороших песенок. Что это за... рот замерз или что? Ну давайте, спойте, пожалуйста, людям несколько шикарных песенок. Поехали. В костюме Ленина, Ленина, Ленина я часто измеряю бабушке давление. И когда бабушка... Аня, я просил нормальные песни, а не вот этот вот балаган. Давайте, что-то нормальное. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. А из одежды на мне ленточка с выпускного. Так, все с вами ясно. Все, давайте, Анечка, идите отсюда. Друзья, мы продолжаем. Стасик, объявляйте. Друзья, а сейчас немного истории. Итак, представьте, 1969 год, Нил Армстронг высаживается на Луну. Это маленький шаг для одного человека, но огромный шаг для всего человечества. Алло, с флагом, куда по моим помидорам, а? А вы кто такой? Я Изя Шпайцман, меня тут каждая белка и стрелка знает. Вот вы кто? Я Нил Армстронг, первый человек, который высадился на Луну. Сара, ты слышала? Нас тут уже за людей не считают. А как вы вообще сюда попали? По советской программе защиты свидетелей. Не мешайте, мужчина. Теперь мы, американцы, самая великая нация. Угу. Мы, евреи, самая великая нация. Это еще почему? Потому что мы и американцы, и немцы, и русские. Шо... Отдайте. Друзья, во всем мире восхищаются одесским говором, потому что они не знают, что в наших школах есть специальные уроки одесского языка. Шалом! Слава Богу, не мои дети. Знакомьтесь, это новенький, Стасик. Ну, вот так вот его просто можно назвать, Стасик. Итак, Стасик, скажи, пожалуйста, ребятам, какие бывают предложения? Сложно подчиненные и сложно сочиненные. Не, ну вы слышали этого фраера. Гриша? Вообще-то предложения бывают выгодные и невыгодные. Ну вот, учись, полудурок, иди садись. Лёва, скажите, пожалуйста, Стасику основное правило переноса. Ну, переносить надо маленькими частями на разные счета. Боже, молодец, дай поцелую сердце. Молодец, молодец. Так, продолжаем. Сейчас открываем тетрадки, записываем. Жора, запятая, подержи мой макинтош, точка. Где в этом предложении подлежащее? Жора. Вот вы как что-то ляпнете, как корова на дорогу. Я знаю родителей Жоры. Жора это обстоятельство, причем случайное. Сидите. Так, скажите, кто у нас выучил падежи? Мы. Давайте к доске. Итак, падежи. Фима, смотри, это что, менты? Где? Вон. На падежи. Вот вы как что-то ляпнете, товарищи, сядьте на место, пожалуйста. Скажите, а как правильно пишется, хипиш или кипиш? Стасик, идите сюда. Когда начинается серьезный кипиш, нет времени на орфографию, чемоданы в зубы и в аэропорт. О, кипиш, кстати. Кипиш, ой! Дорогие друзья, ну вот и подошло к концу это феерическое выступление. Зал рукоплещет на том конце улицы. Людям кричат, бегите, там Манси выступает. Они, да мы уже не успеем. Ну, собственно говоря, что хотелось бы сказать в конце. Наше выступление было за мир. Пускай не совсем получилось это донести, но поверьте, мы именно это хотели сказать. Манси за мир. Спасибо большое. Спасибо. Команда КВН «Одесские Мансы». Итак, наша акция «Молодежь за мир» продолжается. И мы продолжаем сохранять оптимизм. И поем. Поем о нашей красавице, о нашей любимой Украине. На сцене Рамина Рудницкая. Одесса лучше, Одесса за мир!
дается легко. Мир без любви был и исчез, столько выше неба. Мир без любви был и исчез, только выше облаков. Вижу я свет, солнечный свет твоего дыхания. Обними меня сильней, ты видишь, я бегу навстречу, и только свет любви твоей сердце лечит, сердце лечит. Обними меня сильней, не измеряй мечты словами, и только свет любви моей между нами, между нами. Обними меня сильней, ты видишь, я бегу навстречу, и только свет любви моей сердце лечит, сердце лечит. Обними меня сильней, и видишь, я бегу навстречу, и только свет любви моей сердце лечит, сердце лечит. Обними меня сильней, не измеряй мечты словами, и только свет любви моей между нами, между нами. Спасибо! Все вы лучшие! Warning you to my heart's on fire. You come to me, come to me, wild and wild. Oh, you come to me. Give me everything I have. Give me love from the roots and the world. Give the language of love like you know what it means. Ooh, it can be wrong. Take my heart and make me strong, baby. You simply the of every night and every day. In your eyes I get lost, I get washed away. Ooh, just as long as I'm here in your eyes, I could be no better place. Dependent, you simply. Yeah.
Вы смотрите «Первый городской». Наши камеры находятся на Дерибасовской, где проходит концерт «Одесса за мир». Ну, ради чего люди хотят мира? Для ради прекрасного будущего для их детей. Ну, а сами дети чаще всего понимают происходящее вокруг намного лучше и точнее, чем сами взрослые. Вы можете в этом убедиться, если посмотрите новый проект телеканала «Первый городской». Устами младенца глаголит истина.